Привет, друзья, с вами Варчик. Это полноценный обзор, гайд и, в принципе, мнение про танк Turtle MK-1. Что это такое? Британская ПТ-шка, которая гордо носит значок треугольничка, а именно ПТ-САУ, но является, по сути, тяжелым танком ближнего боя без башни, просто от рубки в ближнем бою нужно на ней играть. Это понятно и очевидно. Давайте разбираться, что она может. Начнем с минусов. Первое, наверное, и самое главное, с чего нужно начать, это с фарма серебра. Фарм у этого танка, так сказать, пострадал. Фармить он особо не хочет. С трудом выдает обычные стандартные с прем-аккаунтом 60 тысяч серебра, изредка радуя вас 80, ну в принципе не более. Лично для меня это не проблема, но знаю, что для вас это может быть очень важный вопрос, поэтому говорю вам сразу, танк фармит мало. Если и остальные танки фармят немного сейчас, следующие минусы, которые есть у этого танка. 224 пробития ББшкой и 253 пробития под калибером. Это намного ниже, чем в среднем у остальных ПТ-шек 8 уровня. Можно считать это минусом. Но если представить, что наш танк не ПТ-шка, а тяжелый танк, то это вполне нормальное пробитие для того, чтобы играть в ближнем бою. Но все же, если мы стреляем вдаль, то да, в целом пробитие обычное, ничем не удивляет. Вот в принципе все, что можно сказать. А вот следующий параметр, кем бы вы ни были, это прям явный минус. Скорость полета снаряда 800. Такое ощущение, что снаряд летит не за счет того, что вы с пушки стрельнули, а потому что при нажатии кнопки выстрела хорошо натренированный комарик хватает своими лапками снарядик и мелкими своими крылышками пытается дотарабанить этот снаряд врагу в лицо. У меня даже часто получается стрельнуть, выйти из прицела, начать уже ехать, а потом из врага вылетает урон. Даже фугасы у некоторых танков летают побыстрее. Добавляем к этому точность 0.36, мы получаем, что вдаль с этого танка стрелять крайне тяжело, особенно по двигающимся соперникам. По стоячим еще что-то можно выцелить, но все равно попасть в уязвимую зону с расстояния крайне тяжело. Даже на средней дистанции, если вы попали, то это уже хорошо. Этот танк чисто для ближнего боя, там он раскрывается полностью, особенно если играть через рельеф. С минусами в принципе покончено. Не фармит обычное пробитие и низкая скорость полета снаряда. Это все минусы этого танка. Дальше идут либо плюсы, либо нейтральные такие параметры. Допустим, обзор 370. Как для тяжа или ПТ это просто обычный обзор, хотя мог бы, конечно, быть и 400, но в целях баланса 370 обзора вполне нормально, его можно раскочегарить при помощи перков, дубпайков и просветленки до вполне внушительных цифр. Также я, наверное, забыл сказать, что самый главный минус этого танка то, что он ездит 20 км в час. Но я даже совсем про него забыл, потому что я уже к ней привык, что он так ездит, и уже воспринимаю это не как минус, а как просто особенность танка. Такой у него геймплей. Хотя, безусловно, это наижутчайший минус в нынешнем рандоме. Можно не успеть просто поиграть в бой. Но есть в наше время любители медленных ДПМных танков. Кстати, про ДПМ. Высочайший ДПМ 2911. Скорострельность этого танка просто дикая. Просто с обычными расходниками, не боновыми, мы получаем КД около 5 секунд с альфой 330. Разносит этот танк будь здоров. Особенно если враги не особо бронированные, ну или подставляют катки. Получается их съесть буквально за пару секунд. Это просто жесть. Также еще из плюсов. Очень бронированные борта и рамбовать можно очень хорошо. Не бояться выкручивать корпус на неприличные углы. Что касаемо лобовой брони, то там 260-270 мм. Что нам это говорит? То, что обычные снаряды 8 левела, не ПТ-шек, мы отбиваем стабильно. А вот пробитие ПТ-шек и десяток нас уже может огорчить. Но если мы будем пользоваться УНами 10 градусов, и играть через бугры от холмика, то наша броня 260-270 увеличивается настолько, что мы можем даже порой ПТ-шек потанковать, но нестабильно. Кстати, у нас еще хп не от ПТ, а от тяжа. 1400. Обычно у ПТшек 8 левела около 1000. 1100 на 8 уровне. Ну и сведение 1.9, что позволяет нам быстро сводиться и пользоваться нашим ДПМом. Но опять же, из-за остальных параметров пушки вдаль стрелять некомфортно. Какой же вердикт по этому танку? Если вам нравятся бронированные медленные ДПМные танки, а я знаю, что такие люди есть, хоть их и очень мало, то эта телега в принципе годная. Все минусы и плюсы я этого танка рассказал, и осталось поговорить про последний вопрос. Как играть против этого корыта? Потому что есть люди, которые считают, что этот танк убивает рандом, особенно льготные танки, потому что на льготе против него ничего невозможно сделать. Ведь за те бои, которые я сыграл на этом танке, меня ни разу не пробили в лючок, хоть он и есть малюсенький, но за 60 там, или за 70 боев, которые я уже сыграл на этом танке, меня ни разу туда не пробили. Также арта хоть и карает этот танк, но цифры не особо большие вылетают. Пожить немного под артой можно, но лучше не стоит. Так что насчет льготных танков? Убивает ли этот танк льготные танки или нет? Какое мое мнение? Мое мнение, что этот танк в принципе баланс не особо убивает, потому что большинство не умеет на нем играть и не понимает, что это не ПТ. И у этого танка есть особенные уязвимые зоны, которые пробиваются практически с любого пробития. Не встретится такой пушки на 8 уровне, которая бы не пробила те места, которые я могу вам показать. И если в эти места подловить этот танк, то можно его в принципе убивать. Надгусеничные полки пробиваются не только у этого Turtle, ну и у Т-95, допустим, и много еще у каких танков тоже так пробивается. Там брони нет вообще. А этот Turtle очень часто играет от УВНов через холмы, и можно подловить его в каток, пробивая обычными ББшками, даже на стоковых пушках, даже с небольшим пробитием, можно развалить этот танк, если поймать на каток. Также его очень легко закрутить, он еле-еле ездит и не сильно быстро поворачивает. Поэтому вся проблема в том, что танкисты сами под него подставляются, поэтому и сливаются. Не успевают ничего сообразить, поскольку очень дикий ДПМ так быстро их убивает, что они не успевают опомниться. Вот и все. Я считаю, что этот танк очень хороший среди медленных ПТ-шек на 8 уровне. Мне очень сильно понравилось. У меня на нем процент побед там около 80. Таких процентов побед у меня на аккаунте нету. Это самый высокий процент побед. При том, что я все время считал, что чем быстрее танчик ездит, тем мне легче будет победить. И я думал, что на этом танке процент побед будет низкий, но этот процент побед стремится к 80, чего на моем аккаунте никогда не было. Если правильно на этом танке играть, то он вполне себе может приносить удовольствие. Покупать его или нет, решайте сами. Я вам рассказал все плюсы, все минусы, рассказал, как против него играть. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.